заново. Вызывайте скорую! Состояние Хлоида. Значит, Надя Дорофеева бесконечно в этой песне задает вопрос. Почему? Почему? Вот, собственно, нам придется найти ответ на этот вопрос. Потому, скажем мы, каждому зрителю. А вот что потому, мы узнаем уже, конечно же. Лёня, я не понятно. Ну класс, не надо политику. Что-то знает обо мне, мне все теперь напоминает о тебе, и я роняю свои слезы на танцпол. Я не ушла, ты не ушел. Crying on the dance floor. Всем йоу! Сегодня мы снимаем второй сингл на песню. Второй сингл? Что у меня с речью вообще? Заново! Всем привет! Сегодня мы снимаем клип на песню «Почему». Это мой второй такой большой официальный сингл. И я так понимаю, что сегодня меня впереди ожидает одна из самых сложных съемок за всю мою жизнь. Приветики. Два дня до съемки. Сегодня давай первая репетиция на стачке, и мы ее просто убиваем. Какой мы час уже репетируем, я не знаю. Но оказалось, это очень трудно. Не могу с тобой проститься, и не в силах отпускать. Поцелует на ресницах, начинаю постывать. Не могу, не хочу, я убегу от этих чувств. Не могу с тобой проститься, почему? Ну зачем? Я не могу уже. Боже, сколько мы часов уже танцуем? Дай бог, чтобы не сняли два движения наши, которые мы третий день делаем. Да в смысле? Там именно танцы. Я им не верю и не доверяю. Ты думаешь, они будут этот синхронный вставлять? Я думаю, что они ничего не вставят. Глына. Состояние глына. Резиночку дай. Твоя. Резинки нынче дорогие мои. Потому что в кадре, кроме меня, никого нет в этом клипе. И я танцую постоянно. И постановка не такая уж и легкая, потому что есть моменты, где я падаю на пол коленями, которые у меня больные. Есть моменты, когда я танцую снова на коленях на тачке. Стою на тачке. Мне нужно на нее 800 тысяч раз залезть. И физически, конечно, это будет очень трудно. У нас уже началась съемка с того, что задержка из-за того, что не могли поднять свет на второй этаж. И вот только пришел Лёня с радостной новостью, что все-таки свет будет и все в порядке. Но у нас уже пошла задержка на 35 минут. А вообще, самое главное не сказала, режиссером этого клипа является мой друг Лёня Колосовский. И клип, Лёня менял сценарии. 3 раза, по-моему. Бьем тачки, бьем, сильно переживаем. 3-й, 4-й сценарий пишем, извините. И это, наверное, по длительности придумывания самый долгий клип, но Леня так старался и так хотел, чтобы он был необычным. И он таким и получится. Короче, будет классно, правда. Очень нервно, но очень классно. И снимать будем сутки, как мои любимые сутки. Чтобы потом Надя меня ходила и каждые 10 минут спрашивала: Леня, долго еще? Лёня, долго еще? Ну, а правда, долго еще? А свет долго будут ставить? А клип темный не будет, точно? Это все меня еще ждет. Музыка. Наверное, диджей что-то знает обо мне. Мне все теперь напоминает о тебе. И я роняю свои слезы на танцпол. Я не ушла, ты не ушел. Crying on the dance floor. Женечка, привет. Как дела? Между прочим, Женечка, кстати, с победой. Да? Женя, это прекрасный вокалист. Женька был в моей команде.
голосе. И просто охренительно, как просто поет парень. Всем привет. Это правда. Ну, блин. Да-да-да, реально пятый элемент, хотя не планировался даже пятый элемент. Да, ну типа, есть какая-то отсылка, но при этом ничего не говорит. Репетиции. Ну да, ну хорошо, ладно, мы сейчас тебе скинем. Дарина скинула. Целую тебя. Давай, до связи. А что ты скинула, покажи. Интересно, мы долго сегодня будем смеяться или потом будем до смеха, но мы будем смеяться 5 минут. Хочу смеяться 5 минут! Леди. Здравствуйте, я Марина, я хореограф, и Лёня режиссер нам надоел. Лёня что? Лёня режиссер нам надоел. На самом деле, мы с Надей очень жестко работали. Началось! Вызывайте скорую! Помните? Она типа здесь такая круглосовая, птица, почему? Типа, понимаешь, да? Почему? И типа, вы вот в этой плоскости. Это все, если тебе нужно вот это опустить, где может быть здесь. И поехала. Не могу с тобой проститься, и не в силах отпускать. И не в силах отпускать. Если тебя посвящается машина, то нормально. А если она понесется? Не понесется. А чувак будет валяться в крови? Ее нет, я убиваю. Почему? Хочу, чтобы человек в крови валялся. Нет, Лёня, давай будем, чтобы плакали. Я хочу, чтобы ты рыдай. Вот рыдай. Лёнь, давай тебя поможем. Очень много меняли. И Надя все это выгребла, и сегодня будет танцевать сутки напролет. Я надеюсь, что она выживет, особенно ее колени. В этом клипе Надежда будет очень много стоять на коленях. Я мечтала, чтобы Надя танцевала такие танцы, и она, наконец, позволила мне это сделать. Так что ждите. Не могу с тобой проститься, и не в силах отпускать. Поцелуй на ресницах, начинаю постывать. Не могу, не хочу, я убегу. Потом мы оттуда вот это все типа делаем. Эта точка, эта точка. Слушайте, а может быть я туда буду? Проститься у нас будет эмоция, получается. Не могу с тобой проститься. Я так сорвалась с пивом. Она парашку думала. А на каком моменте? Ну вот когда дергалась в силуэте, очень больно. Ну почему же без тебя не так? Ну почему сама себе я враг? Ну почему все чувства я в тюрьму запру и выкину, выкину? Бала! Так, первое отделение. Мы сегодня записали первое отделение, я имею в виду первый куплет, первый припев, второй куплет. И дальше у нас самое сложное начинается, это кадры с тачкой в ночи. О, будет трудно. Ребята, привет! Мы находимся уже на второй локации нашего клипа. Первый мы благополучно отсняли. И теперь пару слов, я вам расскажу, что же все-таки происходит. Это песня о очень тяжелом расставании и о том, как Надя тяжело его, собственно, переживает. У нас есть метафора – автомобиль. И этот автомобиль – это метафора этих отношений. Надя очень тяжело и с некими увечьями будет выбираться из этого автомобиля. Она будет общаться с этим автомобилем как с одушевленным предметом, как с человеком. Ждем Надю, пока ее дочешут, докрасят, и начнем снимать потихоньку. Пора бы уже, потому что рассвет, как говорится, солнце встанет вовремя, и рассвет нас застанет врасплох. Заведем машину. Наверное, радиоведущий на волне историю любви расскажет обо мне. И я роняю свои слезы в твой бокал, и снов моих ты не пропал. Оп, крупнее просто. Сейчас мы снимаем сцену моей драки.
машины. И это одна из приятных сцен. А дальше меня ожидает очень непростая съемка. И у нас есть всего один дубль на то, чтобы снять сцену аварии. И авария будет настоящей. Честно, мне очень стрёмно. Стрёмно, потому что я переживаю, чтобы ничего не отлетело в меня. И стрёмно, потому что есть всего один дубль на то, чтобы снять это все красиво. Клип. Конечно же, про отношения и очень непростые отношения, которые олицетворяются в моей борьбе. Вот в данном случае машина. Это парень. Я думаю, что красиво, конечно, расскажет Леонид Колосовский, а я больше хочу сказать о песне «Метро». Блин, я не знаю, что это. У вас так бывало, когда вы слушаете песню по радио и думаете, что эта песня как будто написана про вас? Вот у меня такое часто бывало. Я очень хотела бы, чтобы когда вы слышали эту песню по радио или видели клип, чтобы она вас выстреливала где-то внутри и напоминала о какой-то вашей ситуации. Я очень люблю эту песню и надеюсь, что она попадет вам вот сюда. Я вообще, когда слушаю песни, которые меня трогают, у меня где-то в солнечном сплетении, так вот, нервит меня. Вот я бы очень хотела, чтобы она затронула у вас где-то здесь внутри так. Не могу с тобой проститься и не в силах отпускать. Поцелуй на ресницах начинает постывать. Не могу, не хочу, я убегу от этих чувств. Не могу с тобой проститься, почему? Наверное, диджей что-то знает. Лёха, давай, что это, блин? Закончили смену в 23,5 часа. Классно будет. Ребята, у нас все получилось. Мы сняли клип. Все, мы его закончили. Теперь ждем монтажа, цветокоррекции. Как всегда, компьютерной графики. Немножко. И будет бомба. Бомба. Вот результаты. Не могу с тобой простить.